Обстановка Донецкой Народной Республики оставалась напряженной. Украинские военные преступники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подверглись районы населенных пунктов Рабунки, Шахта Бакумова, Саханка, Спартак, а также аэропорт города Донецк. С применением минометов, зенитных установок, БМП, БТРов и стрелкового оружия. За сутки на территории республики было выпущено из минометов калибром 120 и 82 мм более 40 мин. Зафиксированы минометные обстрелы мирного населенного пункта Саханка и закупировано националистическими батальоном Азов населенного пункта Широкого. Мы настоятельно рекомендуем, мониторя миссию ОБСЕ, обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на юге республики, и выполнить взятые на себя обязательства по полному контролю данного населенного пункта. Отмечаем нежелание военно-политического руководства Украины садиться за стол переговоров. Продолжается наращивание вооружения и техники вооруженных сил Украины в зоне конфликта. Так, в районах населенных пунктов Константиновка, 25 километров от линии соприкосновения, установлено местонахождение 10 САУ, 8 танков и 23 БМП. Артемов, 7 километров до линии соприкосновения, установлено прибытие 6 танков, 4 БТРов и 300 человек личного состава. Опытное, 3 километра, обнаружено 4 танка и 7 БТРов. Красногоровка, 5 километров, установлено прибытие 10 танков и батальона ДУК правый сектор. Призываем очередной раз одуматься и не предпринимать попыток захвата территории ДНР. Вспомнить о слезах матерей, жен и детей, которые не дождали своих мужчин из зоны конфликта. Мать – это символ мира. Мы не хотим видеть слез, мы за мир, нам не нужна война. Слушаю вопрос. Задавайте вопросы. Есть вопросы? Нет вопросов? Все, большое спасибо.